Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов в рамках проекта «Новая школа» оценил темпы капитального ремонта Веденской школы. На сегодняшний день запланированный объем работ выполнен более чем на 60%. Подрядные организации монтируют внутренние коммуникации, занимаются кровельными и фасадными работами, прокладкой инженерных сетей. Сдать реконструированную школу планируется к началу нового учебного года. Вместе со зданием будет обновлена прилегающая территория и уличное спортивное ядро. Благоустройство уже началось.